Здравствуйте! А сегодня я хочу связать с вами каркушу. Такая себе, я свяжу нитками потолще, она будет такая, как небольшая каркуша, ворона. Вот. А если связать тоненькими ниточками, это вполне может быть брелок в автомобиль там или на ключи. То есть зависит от того, какой размер вы свяжете. Значит, пряжа. Пряжа, здесь остатки пряжи самые разные можно. Вот я возьму, например, саму каркушу, сделаю вот такого цвета, клюв у нее будет вот такого цвета. А вот глаза, тут обыгрываю глаза и мех на макушке обыгрывается, конечно, уже какой у вас есть или какой вы хотите и какой вы себе видите эту каркушу. Вот. Могут быть вот обводки вокруг глаз и сиреневые, и бирюзовые, вот голубые какие-то, синие, серые, зеленые. Я сделаю вот желтое с зеленым сюда возьму. Эти цвета, наверное, пока не буду включать, хотя тоже было бы интересно, но все в одну не включишь. Черный нужен здесь для ног, лапки ей связать. Ну и мех я возьму, вот у меня обрезочек есть, вот такой вот, тут есть и подлиннее вот мех, и покороче, и с белым, посмотрим, какой там больше ляжет, будет смотреться на голову, вот я тут и выберу, так сказать, может быть, и вот этот кусочек будет красив сам по себе, а может быть, и вот такой поменьше надо будет, покороче, в общем, будем смотреть, чего мы там решим сделать. Можно использовать, конечно, вот такую вот козу, например, тоже будет. Вот такая вот она лохматая с такими этими длинными. То есть кому чего понравится, можно использовать любой, какой у вас есть мех в остатке. Если вы будете вязать маленькую тонкими нитками, тогда вы можете использовать остатки норки, например, чтобы мех был покороче, не слишком большой. Ну, то есть выбираем, в зависимости от размера вашей каркуши, будет выбираться, соответственно, и длина меха. Хотя он может быть и длиннее, и короче. То есть, опять же, все на ваш вкус, как вам нравится, так и делаете. Пряжа у меня вот такая вот. Вот это 270, 280 метров в 100 граммах. Это 270 метров в 100 граммах. Крючок у меня вот полтора. Вот из такой пряжи мы будем вязать. Она вся у меня приблизительно такого размера. Все остальные цвета у меня приблизительно такого же размера. Давайте начнем мы с клюва, вот с этой вот пряжи светлой я начну. А может быть, я же говорю, клюв может быть любого цвета тоже. Можно желтый его сделать, можно сделать его более темным. Можно клюв сделать вот такого цвета, а туловище, наоборот, бежевое, либо туловище рыжий, коричневый какой-то цвет, либо черный. Но прелесть этой каркуши в том, что здесь можно любые остатки ниток использовать для того, чтобы их закончить. Итак, в петлю амигуруми провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, затянули, проложим маркер и дальше продолжим. Из первой петли 3 столбика провяжем, 1, 2, 3, дальше 1 столбик, снова 3 столбика, 1, 2, 3 и опять один столбик. И в третий раз делаем также 1, 2, 3 из одной петли и один столбик из одной петли, из последней. Провязали, следующий ряд провяжем по одному столбику из каждой петли. 12 столбиков, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Провязали. Следующий ряд вяжем. Один столбик из одной петли. Дальше 3 столбика из следующей петли. 1, 2 и 3. Теперь 3 столбика по одному из каждой петли. 1, 2 и 3. Дальше снова 3 столбика из одной петли. 1, 2, 3. Снова 3 столбика по одному из каждой петли. 1, 2,
и 3, и 3 столбика из одной петли, 1, 2, 3. 2 столбика по одному из каждой петли, закончим ряд. Провязали. Следующий ряд теперь вяжем по одному столбику из каждой петли весь ряд, 18 столбиков. Провязали ряд до конца. Следующий ряд вяжем 1 и 2 по одному из каждой петли. Дальше 3 столбика, 1, 2 и 3 из одной петли. Теперь 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5 по одному из каждой петли. И 3 столбика из одной петли, 1, 2, 3. Снова 5 столбиков по одному из каждой петли, 2, 3, 4, 5 и 3 столбика, 1, 2, 3 из одной петли. Закончим ряд по одному из каждой петли, 1, 2 и 3. Следующий ряд вяжем по одному из каждой петли весь ряд. 24 столбика. Провязали. Следующий ряд вяжем по одному из каждой петли. 1, 2 и 3. Дальше 3 столбика из одной петли. 1, 2, 3. Продолжим по одному из каждой петли. 7 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Провязали. Дальше 3 столбика. 1, 2, 3 из одной петли. Снова 7 столбиков по одному из каждой петли. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Дальше 3 столбика. 1, 2 и 3 из одной петли. Закончим ряд по одному из каждой петли, 4 столбика. Провязали. Следующий ряд вяжем по одному столбику из каждой петли весь ряд, 30 столбиков. 4, 5 провязали. Дальше вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18 воздушных петель провязали. Теперь отсчитаем здесь назад. А вот первая петля 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В девятую петлю вот так сюда заведем крючок и провяжем столбик. Будет 1, дальше вяжем 2, 3, 4. Провязали. Теперь у нас 27 вот тут вот петель получилось в этом кругу. Дальше теперь вяжем 1, 2, 2, 3, 4, 5 столбиков по одному вот так из каждой петли. А дальше за заднюю стенку петли теперь вяжем 18 столбиков. 1, 2, 3, 4, 16, 17, 17 и 18 провязали. Дальше теперь уже за всю петлю вяжем. Раз, два, три и 4. Провязали. Следующий ряд теперь вяжем так. По одному из каждой петли. 1, 2, 3 и 4. Дальше вяжем 1, 2, 3 столбика вместе. Продолжим по одному из каждой петли. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Дальше 1, 2, 3 столбика провяжем вместе. Продолжим. 1, 2, 3, 4, 5,
6 по одному из каждой петли и снова 1, 2 и 3 провяжем вместе. Теперь 2 столбика по одному из каждой петли, закончили ряд. Провязали, следующий ряд провяжем по одному столбику из каждой петли весь ряд. 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21. Провязали, следующий ряд теперь вяжем по одному из каждой петли. 1, 2, 3. Дальше вяжем. 1, 2, 3 столбика вместе. Продолжим по одному из каждой петли. 1, 2, 3, 4 столбика. Дальше снова 3 столбика вместе. 1, 2, 3. Продолжим. Снова 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И опять раз, два, три столбика вместе. Один столбик из одной петли, закончили ряд. Следующий ряд провяжем по одному столбику из каждой петли весь ряд. 15. Провязали. Следующий ряд вяжем один и второй по одному из каждой петли. Дальше три столбика. 1, 2, 3 провяжем вместе. Дальше вяжем 2 столбика по одному из каждой петли. 1 и 2. И снова 1, 2 и 3 провяжем вместе. Продолжим опять 2 столбика. 1 и 2. И снова 3 столбика. 1, 2 и 3 провяжем вместе. Следующий ряд вяжем по одному столбику из каждой петли весь ряд. 1, 2, 9. Провязали. Следующий ряд вяжем 1 столбик из одной петли. Дальше вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Провяжем вместе. Теперь снова 1, 2, 3. Провяжем вместе. И еще 1, 2 и 3 столбик уже из следующего ряда провяжем вместе. Теперь закроем все петли в один пучок. Вот так вот закрепим. Отрежем. Кончик уберем внутрь. Вот мы получили вот такую вот детальку. И маркер можно убрать. Вот такой вот у нас клювчик есть. Верхняя часть чуть-чуть побольше, нижняя чуть-чуть поменьше. Вот такой вот будет клюв у нас. Теперь вяжем туловище с головой вместе. Вот такой более темной ниточкой. В принципе, любой, как я уже сказала, хоть зеленой вяжите. Этих каркуш можно вязать много разных цветов, самых разнообразных, каких только придет в голову фантазия ваша. Итак, петлю амигуруми провяжем 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затянули, проложили маркер. Дальше вяжем по 2 столбика из каждой петли. 1, 2. Дальше 3, 4. Дальше 5, 6. 7, 8. 9, 10 и 11, 12. Провязали. Следующий ряд вяжем. 1 столбик из одной петли, 2 столбика из второй петли, 1, 2. Снова 1 столбик и снова 1, 2. Так вяжем до конца ряда. Провязали. Следующий ряд. 1, 2. По одному из каждой петли. Дальше 2 столбика из одной петли. 1, 2. Снова 1 и 2. И 2 столбика из одной петли. 1, 2. Так вяжем до конца ряда.
Провязали следующий ряд, вяжем 1, 2, 3 по одному из каждой петли и 2 столбика из одной петли. Снова 1, 2, 3 по одному из каждой петли и 2 столбика из одной петли. Так вяжем до конца ряда. Провязали. Следующий ряд будем вязать 4 столбика по одному из каждой петли. 3, 4. Дальше 2 столбика из одной петли. 1, 2. Снова 1, 2, 3, 4. И 2 столбика из одной петли. 1, 2. Так вяжем до конца ряда. Провязали. Следующий ряд вяжем. 1, 2, 3. 4, 5 по одному из каждой петли. Дальше 2 столбика из одной петли. 1, 2. Снова 1, 2, 3, 4, 5. И 2 столбика из одной петли. 1, 2. Так вяжем до конца ряда. Получим 42 столбика в этом ряду и провяжем 10 рядов по одному из каждой петли. По 42 столбика провяжем. Я провязала 10 рядов. Вот такая вот у нас детальность на данный момент кусочек. И теперь мы вяжем по одному из каждой петли. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше 2 столбика провязываем вместе. Снова 1, 2, 3, 4, 5 и снова 2 столбика провязываем вместе. Таким образом убавляем теперь и закрываем потихоньку этот шарик. 2, 3, 4, 5 и 2 столбика вместе. Провязали ряд до конца. Следующий ряд вяжем 4 столбика по одному из каждой петли. 2, 3, 4. И снова вяжем 2 столбика вместе. И снова 1, 2, 3, 4. И 2 столбика провязываем вместе. Так вяжем до конца ряда. Провязали следующий ряд. Снова вяжем 3 столбика теперь уже по одному из каждой петли. 2, 3. Снова 2 столбика провяжем вместе. Опять 3 столбика. 1, 2, 3. И 2 столбика провяжем вместе. Так вяжем до конца ряда. Провязали. Следующий ряд вяжем. 1 и 2. По одному из каждой петли 2 столбика провяжем вместе. Снова 1 и 2. И опять 2 столбика провяжем вместе. Так вяжем до конца ряда и наполним холофайбером. Как правильно наполнять, чтобы не было бугорков. И потом вязать, чтобы дырочки были поменьше. Смотрите ссылку под видео. Итак, я вот заполнила холофайбером. И получила вот такой вот себе шарик. И теперь нам нужно закрыть до конца. Для этого мы провязываем 1 столбик из одной петли, 2 столбика вместе провязываем. Снова 1 столбик и 2 столбика вместе. Так вяжем до конца ряда. Провязали ряд до конца. Следующий ряд вяжем. Все столбики парами. 1 и 2 вместе. 3 и 4 вместе. 5 и 6 вместе. И так до конца ряда. Провязали. А теперь все столбики соберем в пучок. Можно через один, можно в каждую провязывать вот так вот. 5 столбиков в одну петлю закрепили.
и отрезали. Подтянем чуть-чуть сюда холофайбер еще так, чтобы закруглился этот участок тоже. Маркер можно убрать и втянуть этот кончик внутрь, чтобы он здесь не маячил. Ну, вот такой вот шарик у нас получился, кругленький, такой, как мы хотим. Ну, вот тут у нас петля амигуруми, тут вот мы закончили вязание. Вот в точку, где мы закончили вязание, прямо вот так вот по через вот эту центральную линию сложим вот этот вот наш, сложим вот эту вот деталь вот так пополам по линии вот этой вот, которая у нас тут образовалась вот так вот. И вот так вот прямо серединка этой линии укладываем прямо вот так сюда на... Прямо укладываем сюда вот к этому центру убавки. И теперь вот тут можно захватить вот так вот сюда. Вот. И с этой стороны тоже вот так захватываем за вот это вот между этими детальками. Вот так вот сюда. Вот так захватим. Вот. И разравниваем теперь вот так сюда и чуть-чуть вот так сюда. Мы их вот так соединять будем, пришивать. Вот кончик, чтобы был поострее, его можно еще и подтянуть, вот так вот зацепить и вот так подтянуть. Вот с этой стороны точно так же сделать можно, вот, чтобы он был у нас более остреньким клювик. Вот теперь нам нужно сделать, взять проволочку. Проволочку мы возьмем. Вот что мы сейчас сделаем. Сейчас мы сделаем вот так. Заправим нитку в иголку вот такого вот цвета. Заправили нитку в иголку, и теперь мы вот это вот пришьем по вот этой линии. То есть нужно закрепить вот так, завести сюда узелок где-то сзади, чтобы он там остался внутри потом. И вот тут вот с краешку закрепляемся вот так через край хорошенечко, чтобы прихватить. Вот так закрепили и несколькими стежками здесь особо не напрягаемся, но вот так вот по прямой линии прихватим центр этого рта. Вот так вот сюда. И выйдем в эту точку. И закрепим тут тоже вот так через край, чтобы хорошо держалось. Вот так сделали. Теперь вот нам булавочки не нужны, чтобы оно хорошо держалось. Так, убрали пока где-то здесь, пусть эта нитка с иголкой лежат. И дальше мы работаем уже теперь с клювом и проволочкой. Что мы делаем? Берем вот эту вот, которая не самая большая, складываем ее пополам и вот так хорошенечко дожимаем край, дожимаем его прям плотненько так, чтобы он у нас стал такой остренький здесь. Вот хорошо, хорошо заостряем, вот так заострили край. Все, теперь можно слегка его раздвинуть. Острый кончик мы уже получили. Вот. И в нижний клювик, то есть есть у нас клюв, который побольше, мы помним, и есть, который поменьше, вот этот вот нижний. И теперь вот тут, где этот нижний клюв у нас, мы заведем вот эти вот два конца прямо вот тут, где точки пришива, вот немножечко ближе от них сюда, к центру, чтобы проволочка не выглянула. Потом заводим вот так сюда и выведем где-то вот тут недалеко. Вот таким образом. И загнем. Можно внутрь загнуть. Вот так вот. И эту тоже. Где-то так вот. Вот. Теперь возвращаем вот так сюда. И обратно туда. Еще вытолкнем. Вот. И дожимаем вот эти вот штучки, чтобы они у нас уже не вылезли. Никого не укололи. То есть хорошенечко туда дожимаем. Так, чтобы образовалась такая петля, закрылась. Вот, вернули туда. Теперь делаем вот так, протолкнули и надеваем вот эту штучку на клюв.
Вот. И если она у нас не до упора, то подтягиваем ее вот так сюда, чтобы оно у нас так вот хорошенечко уперлось. Вот. Здесь, где у нас вот эта вот вся картина, мы выгибаем обратно проволоку туда, вот так, чтобы она нам тут нигде не пролазила, не маячила. Можно подтянуть сюда холофайбер, если он у нас там зацепился и прошел, чтобы испортил закругление. Вот так скругляем обратно все, чтобы оно хорошенечко тут красиво, мягенько легло. Все. Теперь мы можем выгибать, как мы хотим. Эту деталь нам уже все равно здесь. И мы можем сюда теперь заправить холофайбер внутрь, небольшое количество. Вот так туда. Слишком туго нам не надо, поэтому мы много его не заправляем. А так, чтобы он не проседал, этот клювик, мы его заправим. Вот так подтянем чуть-чуть его сюда к кончику, чтобы здесь не выглядывала у нас проволочка нигде. Ну, вот так вот сделали. Вот, подталкиваем чуть-чуть туда эту проволоку нашу. Если она где-то упирается, мы можем ее тут загнуть, чтобы она нам не мешала. И продолжить вот подталкивать. Все. Сделали. И теперь захватим вот эту вот нижнюю часть. Слегка ее вот так вот подтянем вниз сюда. Вот так, чтобы вот он хорошенечко у нас лег. Холофайбер подталкиваем тоже внутрь туда. Вот так. И можем пришить клюв на место. Вот так захватываем теперь основание столбиков клюва и основание столбиков вот на против, на голове или на туловище. Это у нас голова-туловище, так что все вместе тут. Вот так вот. И пришиваем по кругу все это сюда вниз. Смотрим, чтобы центр у нас оставался по центру. И вот так чуть-чуть его вниз опустим. Повторим еще раз сюда, чтобы серединка не сместилась. И продолжим пришивать вторую сторону. Пришили. Теперь можно распределить холофайбер более точно и более ровно направлено вот в эти острые уголочки. Там проволока внутри, мы можем ее подтянуть опять. Проволоку изнутри можно еще слегка подтянуть вот так, чтобы она у нас тут вот была в самом кончике клюва, и направить клюв вот так вот, чтобы он был у нас вот такой вот формы здесь где-то. Можно его, конечно, потом открыть. Вот можно сейчас вот так слегка его опустить вниз, чтобы был чуть-чуть приоткрыт.